Уральская усадьба представляет ремонт теплицы фермер. Ширина 3 метра, длина 6 метров. Шаг 2 метра. Из-за сильных снегопадов теплицу немножко продавило. Сейчас будем откопаем теплицу, демонтируем поликарбонат, установим дополнительные прогоны и покроем новым поликарбонатом. Итак, закончился ремонт теплицы фермер 3х6, шагом 2 метра. Где-то должны быть. Я так-то снимаю, а вы тут. Значит, были заменены 3 листа покрытия. Вот лежат старые. Старые пожелтели, потрескались. Теплицы 4 года. Или 5, надо уточнить. Сейчас новый поликарбонат Карбоглаз. Премиум, толщина 4 мм. 0,82 плотность. Также произвели усиление конструкции металлической путем добавления прогонов. То есть раньше был центральный и второй по счету. Сейчас у нас центральный и еще 3 прогона. То есть, получается, добавили по 2 ряда прогонов с каждой стороны. Ну и, так скажем, обслужили торцы. Подкрутили саморезы, где требовалось. Поменяли шарниры, шпингалеты, ручки, где не хватало. Вот и все, пожалуй. Сейчас посмотрим. Вот так вот растрескался старый поликарбонат.